И теперь мы переходим к третьей части. Это раздача призов и подарков твоим фанатам, твоим поклонникам, ребятам, которые находятся в группе. Угу. Вот, они продолжают за тобой следить, за твоим творчеством. Они играют, проводят конкурсы. И у тебя, в первую очередь, накопилась куча долгов перед ними. Да, поэтому... Не надо платить долги. Да, 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 надо платить долги. Но я хочу еще сказать маленькую часть, что следовательно из-за того, что я поступила в институт, у нас будет учеба первые полтора месяца с понедельника до субботы, а дальше пойдет и воскресенье. Поэтому, кто будет удивляться, куда я пропала, почему не выкладываю фотографии, меня 7 дней в неделю, 12 часов каждый день я в институте. Но мы откроем маленькую тайну. У нас в нашей официальной группе «Анфиса Вестингаузен» есть человек, который будет отвечать за... фото жизнь Анфисы, и она будет ему иногда пересылать свои фото с учебы. Да? С учебы, как она учится, взаимоотношения с однокурсниками, какие предметы, как это все проходит. Поэтому я думаю, что вы будете все равно в курсе того, что происходит у Анфисы. Да. Итак, меняемся местами. Человека Ира Савчук. Значит, мы можем даже, Денис, как-то поменять. Да, естественно, фотографировать, а потом, когда мы будем, как всегда, лайки ставить. Итак, видео привет. Туда говорить. Нет, вот туда. Видео привет Ире Савчук. Передаю привет Ире Савчук. Хочу пожелать хорошего настроения, хорошего начала учебного года и успехов во всем. Ну, знакомая Анастасия Бефус. Да, она взяла мою фамилию. Да, она взяла твою фамилию, но, наверное, настолько человек как бы фанатично предан тебе, да, поэтому... Итак, привет. Да, передаем привет. Передаю привет Анастасии Бефус. Если у тебя, правда, такая фамилия, она очень красивая. Ну, моя, спасибо, что поставила мою тоже. Называю тоже ничего. Вот, хочу передать привет и... пожелать быть счастливым. Итак, привет Рине Шмелевой. Привет, Рина Шмелева. Передаю тебе видео-привет с наилучшими пожеланиями на будущее. Ксюша Романова. Передаю привет Ксюше Романовой. Хочу пожелать тебе быть уверенной в себе, чтобы у тебя все получалось и чтобы мечты сбывались. Алена Косенкова. Привет, Алене Косенковой. Хочу пожелать быть всегда на позитиве, чтобы тебя любили, лелеяли. Вот. Ну, это важно. У тебя тут просто в статусе про любовь написано. Хочу пожелать тебе много любви. Угу. Ну и теперь сигны. Желаю никогда не болеть и быть счастливой.